Самое главное, выходит ледяной рев. Выходит ледяной рев. Будем либо бить либо в трусах, либо в уне. Ой, либо в трусах, либо в ромбе. Когда сказали сбежаться, все сбежали сюда. Никто не тупит. Петов своих убирали. Маги не взяют копий. Кто словит босса лицом, получит сразу минус 500 ЕП. Так. Теперь ребафаемся. Ребафаемся. Саня, я перезакину немного людей, потому что ты накидал. Что не так? Все нормально. Я много первопасекнул. РДДшников с милишниками помешало. Так. Все. Им друзьям минус 250. Вот когда это было, Галина? Минус 250. И беди. Ну я проверю, если ему 250 начислили, еще минус 250 дам. Все, заходи, Марсес. Бейте все здесь. Когда мне начислили 250, я не видел. Ну я проверю. Я ничего не просил. Угу. Дайте да, лапку. Это что, бля, за подстава в мою сторону, ребята? Кто что сделал, говорите? У нас опять ни одного друга нет. Как нет? Есть? Нету. Да, есть, на рейде нет. Марсет, заходи, тебя отпустим. У нас есть девчонки, они же бревна. Ну, тихо. Фэнь. Марсес, заходи, только тебя сейчас ждем, либо поменяем. Никого нет. Бери обратно. Все, кушайте. Все, все здесь? Ну, ладно. Кушайте рыбу. Вон друидовский баф дал. Первый Геру будет отдавать, если что, Вудли. Когда выходят змеи, вы отдаете Геру. Вначале играете, выходит огненная, играете по огненной. Потом выходит, вылезает кислотная, сразу переключаетесь в кислотную. Все в нее брустите. Миликов я сам разморожил, РДДшники бегают. Если третья или четвертая пати, РДДшников бегут с креста. Также первая пати миликов бьет огненную справа, вторая слева. Третья справа, четвертая слева. Так, скажите, на 100 танки, у нас где-то портан. Кто еще, Саш? А, ГДМ, все. И ГДМ. Егор, ты в печеньке, если что-то танчишь плотно. Все, готовность на пол. Бухой Сэнджо. Ребята, РДД, разойдитесь полукругом, хотя встаньте на вле, чтобы вас можно было хили доставать. И я назначил, голову. Как ставить. Включайте голову. Третья пати слева, четвертая справа. Буревестник слева, Блэкберри сзади, Гудхелп слева. Скибиди справа. Ребят, если вас не хилит, подбегите ближе к любой стороне, вас похилят. Вы можете просто туда бежать. Что? ТМТ или ГДМ-МТ? Я. А что, ГДМ танчить умеет? Жека, тебя очень много, тише. Ты завали уже в натуре ебало свое и создайте наконец-то эту комнату, блядь, где будет стоять нахуй тишина. Оо, злые вы все, ну короче. Тебя очень много. Милики, сейчас не врываетесь. Отойдите вообще с центра, все милики. Валили. Роги на пулы между собой позакидывайте. Первое на пулы закиньте в Гаддема. В принципе, два ханта есть. Никотин в Вадюху, под укрюк мистер Бонда. Мистер Бонд под укрюка, Вадюха в никотин. Я Егор потанчу первый. Вадюха, огонь, не гори. Да я видел. Я ушел. Молодец. Бурсты оставляйте на второго босса. У нас урона очень много. Не тратите. Гоблина заносите под босса. Свищаются все в гоблина. Марсеза прохильте. Марсез, побегай. Кор, забирай босса. Прохильте Вудли и Притона. Шибор, когда забирать. Гадхелпа прохилите.
Забирай. Все, Егор, Санька, закинь боб уже. Я дотанчу. Я Егор Огненную забираю, так и кислотную. Трактор выходит. По Огненной тоже сразу все играете. На пульте, пожалуйста, кислоту. Зеня, good help, закинь меня бог, сейчас когда босса добьем. Закинь. Женя. Мне уже босса ловить скоро. Да блин! Все, не надо, не надо уже. Я... Прохиливайте только. Все, играйте по кислотам. Пустите. Прокил, прокил. Обязательно. Скажешь, когда массу раздают. А сбежали с кресту разморозиться. Не надо пока его на второй, на после закопки туда. Смотрите, там лужа подходит к кресту аккуратно. Сейчас, ребят. Прохильте меня, главное, все. Дожгу. Там сколько его добили 600, кислот, но не добили? 600 тонн осталось, 600. Да. Веди, веди просто в этого. Веди в босса. Милики, приготовь. РДД уже набрали ренджу, милики, приготовьтесь. Третья, четвертая пати миликов уже свалили. Второе тоже, уже идите ренджу набирайте. Первое пока бейте. Все, идите тоже набирайте ренджу. Урон до хера, не сдохните, главное, ищите место. Скипить. Егор, давай, Маш ХВ. Все, отлично. Возможно, будет еще второй харчок. Набрали ранжу, милики, тоже отойдите лучше на всякий случай. Забежали. Пойдет будет, скорее всего, второй. Нет, отлично. Под лицом у босса никто не стоит, в жопу босса тоже никто не бьет. Бьют все бочины, как назначено были. Служи, сразу же выбегаете. Босса будем бить в трусах. Лужа появилась, выбежали. Я словлю, Егор. Будешь бить просто. Будем все в трусы побежали. По луже не бегите, троянцы. Ну, не заметишь. Сука. Сделку провал, может быть, нет. Бежали все в трусы, все сбегаются в трусы, петов уже есть время убрать, все убирают петов, маги не за эти копии. Сбежали в трусы. Егор, когда я скажу, заберешь потом босса на тебя, после откидки. Дух стаи и главное разбегитесь, тотему тоже убрали. Право-лево. Смотрите, не словите, в притона бежит право-лево от притона, дух стаи и побежали. Ну давайте, давайте, разбежались. Молодцы. Егор, когда он на меня дернется, вот немножко отойдет пивара, ты сразу перетаунти его. Мне за спиной стоят? Нет, так же в трусах лицом. Он сейчас на меня дернется, вот, перетаунти его. Заморожен. Я спать. А можно? Не доставал. Ничего страшного. Прохильте, главное, всех. Гимн вводит за кастуй на всякий случай. Уже. Все, молодец. Трусы сбежали. Право-лево. Разбежались. Кто там? Петы, блядь. Ну, кто с петом? Вот сука. Я. Просил же, блядь, убрать. У меня в ДБМ, ну, минус. Да, да. Только минус, минус. В чем сложного убрать пета? Просишь, блядь, человечески. Все, 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 все. Минус, минус, все. Подъебало, зайдите, чтобы не улетать в ебне. Зайдите все в трусы. Никотин, право-лево побежали.
Троянский, блядь. Ну, молодец. Прохи у меня. Егор Батанч. Короче, сейчас ловите босса, это... Сразу, подойдите все уже в трусы. Вот что вы кастите, стоите? Просто зайти. Зашли. В одну точку станьте. Разбежались, разбегитесь, Христа ради, а? Бухова бежит. Право-лево. Молодцы. Троянский минус 1000 сразу. Падать. Хотя пробуйте бить, Егор, прожмись. Саня, готовь бабу. Зубы там у меня тоже готовы. Он сейчас стукнет, все упадут. Уже зубы закинь уже. Закинь, закинь, закинь зубы. А ты... Не, ну вы, блядь, угораете. Не падайте, не падайте, он сейчас отпрыгнет. Главное, разбегитесь еще. Лучше забегитесь. Сберите. Да, он откидывает, он шотает. 50 на 50 проебали, ебаный. Что за хуйня трёх? Троянский. Мораль проебали, ну чё? Троянский словил. Не, ну вот вы... Я уже думал, неужели я в другой гильдии? Ты отрубал, что ли? Ну вот вырубился просто, дело вырубился. Тысяча или сто? Первый раз-то ты осознанно, блядь. Подождите, смысле, там нет, деноминация была, слышишь? Все верно. Стоял на месте и бежал. Я смотрел, стоял на месте и бежал. Ну, сам виноват, что твой ноут тебя подставил. Зашли. Сейчас кто не уберет это, сразу будет минус 1000. А, это типа Пашка, как заходи. По-старому 10 тысяч, да? Или да? Ага. Да, да. 10. Вот это жестко. Еще раз, для людей, которые не понимают, когда вас по-человечески опять же просят, вам сказали зайти в трусы. Что значит зайти в трусы? Чтобы вы не сюда улетали. Вот, не сюда, не сюда. А все строго вот в эту колонну улетали. Вот сюда все уперлись, у вас есть время, у нас урона до хера, вы сами видите. Вы только людей подставляете, когда ну, он летит в другое место. Поэтому все бегите туда. Если сейчас тоже замечу человека, который полетит неправильно, тоже будет сразу минус. Минус 200 будет минимум. Готовность на пол. Если готовы, будем начинать. За что, блин? Ты два раза босс свою. Два раза? В два раза. Да. Ты стоял в трусах. Ты, короче, вылетел в трусах, и все от трусов выбегают, а ты остаешься там. Ну, а ты вылетел второй раз, когда? Ну и второй раз ты там же сам стоит. Первый раз ты выжил. Ебать, ну я в обоих случаях вылетел. Ну да, я тоже считаю, ему один раз достаточно списать, то, что он выжил. Так меня один раз и списали, ну какого хуя? Вообще не списали, в принципе, я не виноват. Тебе два раза, да я тебе за два раза снял. Пичь, подожди, ты два раза словил босса, словил. Два раза приблизил Берсу, приблизил. Все, в чем проблема? Понял. Ну вот. Если бы хоть один раз кто-то из вас не словил бы, либо когда мы, либо ты, вы босса бы спокойно убили. Все. Так как вы два раза словили, три раза. Словлю, мы из-за этого не убили босса. За один раз словил, я тебе минус 500 сдал. Второй раз тоже минус 500. Два. Один. Спокойно, все. Просто не свакай. Следующий раз. Да. Ну, теперь да. Вудли, прохильте. Побегай, Вудли. Не вставай пока. Прохильте. Еще раз. Good help, Джанг. Пиздец. Ладно, бить. Бей. Егор, забирай. Не башните воду и все. Сказ какого-то там. МП5, все эти дела.
Хорошо, Егор, когда 4 так. Егор? Забирай. Угу. Санька, закидывай в Егора. Вот. За лужу тоже не забудь. Да, да, снимем. Женя, найди меня сейчас, я в четвертой патче, в самом низу, не знаю, тебя прокиньте. Босса добиваем, закидываешь босс. Он мне 4 стака, больно будет. 5. Так. Приготовьтесь к схватке с близнецами и чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. 5, 4, 3, 2. Пока в огненную играть. Меня не забывайте хилить, Женька. Я с разморожу. Бегу. Подбегу сам. Зажал айсбаунд. Через лужу бегу, поэтому прохильте. Попалось. Сколько там? Петь? Много? Да. Там лям. Добивайте. Да. Сколько там в процентах? На мильке мне надо играть. Первая пати миликов, идите пейте жуткую пока. РДшники уже набрали ренжу. Добьете ту, остальные милики уже набираете ренжу. Все, разбежались все. Егор готов с матч ШВ. Разбежались очень много в центре людей. Пошел Харчок. Нажми и смажь себя. Убедите там, кто с дебафом, чтобы не дамажили. Вудли прокильте. Я тебе залема. Я заберу. Под лицом у босса не стоите. Лужа появится в спину, не бейте босса. Сбоку бейте. Лужа появилась, убегали. Сейчас еще отведу. Просто Харчок. Егор, забирай босса. Держи пока рядом жуткой. По жуткой доиграли. Будем бить в рамбе. Добили жуткую. Побежали, сместили все к рамбу. Прохил. Блять, я с дебафом. Но сейчас выбегу. Прохильте, я немножко выбежал, потому что на мне дебаф. Егор танчит. Подбегу потом к рамбу. Все уже в ромб сбежали, петы должны быть убраны. Не успею. Сука. Гадема, вправо-лево, гадема. Кого? Бухого, походу. Не спецова. Ребята, соберитесь, босс не убьется, если вы будете его ловить лесом. Надо два раза хотя бы не словить. Задача? Все сбежались из Эвром. Гдема прохильте. Троянский. Право-лево.
Зажмите его клавишку и убегаете туда. Хорошо, Егор, то же самое, я заберу босса. Передам, когда это будет. Блять. Перетаун. Нет, он почему-то застрял. Угу. Все, сбежались, Ром. Ну, просто бежать сразу надо. Лестница право-лево. Не, просто нет, это не таунти его, я сейчас на себя грозу беру, он вот сейчас сразу вырвется. Войд, ты далековато стоишь, если тебя откинет и на тебя дышать начнет, это будет вайп. Ну такой вариант нет. Всё, передам тебе, Егор. Еще один раз не словить его, и по идее у меня бежали в ром. Можно падать. Кого словил? Женек стоял, он даже не отбегал. Да, минус они у меня. Да вы заебали. Интернет заебал. Этот человек говорил, я про гильдии думал. Но. Да, я говорю, интернет завис, пошли. Здесь Андрюха или нет? Ну, он зашел, вышел, позарял, что ушли, вышел. Ну, насчет Бухова, это сам Бухой сказал, я не уверен, что в меня он врезался, я предположил. Я потом тебе верну, если что. У нас же нету Влада уже больше. Ты посмотреть реплей. Ну, я пишу видео. А, выкинь, если я туда посмотрю. Не вернись, сука. На ютубчике канал есть. Поставьте Дживса. Верни мне ИП-на. Я верну, не проблема. Поставьте... А, уже поставили, спасибо. Джив стоит, почините, даже два стоит. Слушайте рыбу. Бля, соберитесь, пожалуйста, а? Как додики вдыхаем. Санька, там как будет раскидываться огонь на первом боссе, чтобы меньше вероятность, чтобы кто-то сдохнет, тоже мастера урона не нужно. А чё, Джанг весь бой мертвый был, что-то ДПСа, блядь, 300 тысяч нанес всего лишь. Да, он сдох почти, у меня почти не взяли. А, у нас же друидов нету. Ебать, печальный рейд. Как ты вчера говорил на этом, на Грульмагике? Из говна и пала? Они вымирали. Классическая ситуация. Ну, это да. Это да. Так не крути. Да лич легкий, блядь, хули. Блять, ну если от ледяного не могут разбегаться, блять, то на личе это пиздец. Пизды просто получат разок. Сразу начнут разбегаться. На личе еще прыгать нельзя, когда лужи выносишь. Угу. Это, кстати, я слышал байки. Сейчас уже можно. Что, сейчас уже можно? Да. 40 ли нельзя было, тут всегда нужно было. Ни одного пруфа не видел, ни на 40, ни тут. Нет, тут нельзя было точно. Заебали с ним лечом, нахуй, вы убейте Рёва, блядь. Лечо! Просто заебали. Просто заебали. Сейчас, чтобы стимулировать вас, кто словит босса, минус 1000 сразу. Ну. Пять.
Хант, блядь, срывает агро. Это вообще возможно? Ну, кто тогда играет без напула? Марсес, выбеги, побегай, если что. Хорошо. А мне гоблин сейчас четвертый стак занесу под пулом. Это ты сам просто подойти поближе. Сейчас забери его, уже зашел. Джанка, прохилься, Джанка, подвинь. Должен несерьезно. Он, походу, под боссом сдох. Его не прохилили ничего. Три Снобльда. По Снобльдам играйте, алло, блин. Перестак. Сейчас заберу. Сейчас разверну. А, пиздала, Лена. Пиздала. Боб по годдему. Тебе еще и забрать. У меня уже 300. Хотя, да панчо. Прохильте тот. Пожалуйста. Играйте по Капологиным. Все, Геру дали. Еще две штуки лужи, чтобы вас не задевало. Сейчас, крючок пройдет, сразу пойду. Разморозил. Блять, меня откинуло как раз. Кого-то не разморозил, да? Да, меня. Ага. Ну, там... Меня тоже заморожен, я стою. Сейчас разморожен, бегу. Там как раз откинуло. Там у тебя на себя. Женя, прохилимся. Женя, прохилимся. Тут хорошо. Пизда. Падать. Ну что, так мало ДПС, как слотки 20% осталось. Ну, лопа не было. Да, она же заморозилась сеть. Джан, захаштуй на себя СС, раз ты сдохнешь постоянно. Ой, мой косяк. Если он меня откинул, я подошел размораживать, он меня откинул. Как раз, если бы я не убежал, я бы вайпнул бы весь рейд. Я забрал первого босса. Что второго у меня уже не было таунта. Кстати, еще, ребят, чуть скучнее мелики, чтоб сбегать внутрь глубоко не приходилось. Все равно на всех вешается сразу дебаф. Бухой, вырубай микрофон. Сэр, кнопка залипла.
что, вылетели, что ли? Я, да, сейчас. Зайду. Ставьте шкаф, пожалуйста, еще один. Стоит. И этот, нужно, чтобы кто-то милик какой-то на замену пошел один. Я могу, мне скоро уходить надо. А это кто? Мистер Бонты? Давай, пока ты на замену. Монти. Сидим, давай. О, Бэр. Вот, 5 секунд буквально в туалет отойду. 5 секунд. Я такая же хуйня. Ты интересу. А, его самонули. О, Мак. Ебани столик, а. Спасибо. Что-то еды нету. Тыкните в эту парашу. Достаточно таких предметов. Здесь? Андрюха, они в здесь? Всем привет, я шо, я сова или медведь? О, готово, значит, на пол. Привет. Он с собой? Притон, Дань. Джанг, закастуй на себя, СС. Притон, закастуй на Андрея. На Андрея. Где будет, да. Слышно теперь? Раз, раз. Да и было слышно. Все, я просто интернет переключил. Запустил босса. Отбеги с центра. А, ты трапы поставишь, окей. Чё, ребят, соберитесь, блядь, всего хватает, ебать, почти с первого пола убили. Ну, урона до хера, ставьте бурсты, ну, хорошо бурстаните, припоты нажмите все. По красоте сделайте, роги на пульте друг на друга. Убейте босса. Дайте лапку. Продайте кто-нибудь, пока если успеете, уфологу из ПД банку. Ханты, не забудьте, что на пулы надо отдавать. Милики пока не лезут под босса. Пока босс не станет, потому что иногда в миль-зону кидает огонь. Все, можете идти бить. Вудли выиграл. Ренессанса, Вудли поднимите. По гоблину появился, сразу все сыграли. Три стака его. Выбирай. На мне бич. Добежал внутрь. Ну,
Ну, ребят, интенсивнее по бичу играем, алло. Снова, блин. Уже скоро второй. Шо? Тренинг, ты чё, танки? Забираем. Бля, на меня стак повесил, стак и не спали. Выбирай его. А, ладно. Я потанчу, прожмусь. Давай кину Боб. Не, Боб... Этот... Закинь лучше зубы, Дима. И все. У меня стак... Егор, у тебя уже стаков пойдет. Сейчас, забирай там. 8 секунд. Блять, мне 8 стаков. Два бопа дадим. Давай. Мне не надо. Дайте ему. Нет. Всё. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас играли, дали припочки, все нажмите красиво, не жалейте. Егор, ты вторую зачем забрал? Тихо, на станок не жми. И ничего. Лужа будет близко возле миликов, подбегите все на левую сторону. Что-то Егор на станок нажимал. Кислоту в тебя наполнили, блядь. Она меня плюнула. Женя, в луже стоишь. Нет. Бля, кикни меня нахуй. Пикай. Да, свайп. Слышно меня или нет? Нет, ты стой просто на расстоянии от нас. Я нахуй пизду это хуета, я уже заявил про... Да, блин! Забери, Егор, я далеко был. Блядь. Так, сколько там хп? Добиваете, милики, уходите сразу. Да в стенку отправьте ее. Блядь, и ты все, там... Убежали, милики, милики, убежали. Убежали, убежали, милики. Все убежали. Так, хорошо. Все, идите бейте. Пошло. Сейчас, Женя, я тебя кикну на всяких... забагаю всем хилботов, ну нахуй. Жень, пойди в лужу просто зайди. Когда лужа появится, зайди в лужу, окей? Заберу босса. Не может ходить. Заведите на него. Направьте ведь него прямо и все. Где он? А где он? Где он? Вот он, в центре, вот он, вот. Вот он, вот он, вот он. В центре стоит. Тут? Вот, вот, во мне, во мне, во мне, во мне, вот во мне. Зеленку прожал, вот он, вот тут все. Лужа повинилась, выбежали. Все нормально, его уже сбреет. Вы не хильте Женька, ребят. Она его не достает. Сейчас запомнил его. Ну меня прохильте, ёбана, ну. Егор Танч. Все подъебало, трусы, встаньте, пожалуйста. Всяких не хильте Женька. Не хильте Женька, пожалуйста. Мне не надо пока бердовать. Подбегите в Войд, Вудли, блять. Ну вы же сейчас начнет дуть, откинет вас и пиздать к нему рейд будет. Подбегите в трусы. Меня прям в метку откинет. Хуй нахуй метку. И не про эту откидку. Он еще откидывает назад, бывает. Что, разбегались? Дима, ну ёбана, ну. Пизда, дай БР по АГДМу. Ну, блять, ну, ебать. Падайте. Яка-то, иди в рейд. А БР в КД ушёл. А БР в КД ушёл, пацанечки. Ну, что сделать? Надо было наоборот говорить снова. Дима, как вы говорили, минус 1000. Не, ребят, пока не научитесь отбегать от босса, я вообще не понимаю, что здесь сложного, если честно, но
Это ладно. Пока не научитесь, мы будем здесь сидеть по 10 часов. Сейчас. Не заходите, Женька. А то есть... Все можно сбить. Не... Давайте, мы ребят сразу будем запускать, босс. Соберите, блядь, Христа ради, а. Я не понимаю, что сложного, блядь. Подвисает момент именно под... подбежь. Кушайте рыбку. Когда мы заходить у вас? Отключайте лишние доны, не знаю. ПВПшные доны отключайте, если они есть. Я перехожу, походу. Если слабый комп, нахуй, там он действует. Как настроить ФПСный. Дима, сейчас претензий какой-то серьезной нет, но это, блядь, не знаю. Надо это решать, потому что, видишь, мы здесь сидим, блядь, по часу, не по два, блядь. Когда можем убивать за 10 минут? Не знаю, честно, у меня вот такое желание прям вот въебало побежать прям на него. Уже. Это как? Поделился мыслями, блядь. О!